Всем, ребята, привет! Сегодня мы играем в 4 симулятора, в которых вы узнаете, что в них будет. Давайте начнем. Реки Колобин. Казино. Чтобы вы понимали, я нажимаю ее на две папки. Game XP симуляторы, Dead Nemesis. Я на них две нажимаю. Даже нажимаю на TSPK, Network, On Drive и Quick Access. Я даже нажимаю на Home, Share, Wife и менедж, и даже реки Колбин. У меня получилось только закрыть окно. Давайте посмотрим, что у меня тут в мемах. Опа! Нифига себе. Прямо на рабочем столе мемы. Давайте узнаем, что вот. Меня назвали идиотом. За это я заслужил компанию. Я что, с мухой летал? Давайте теперь вторую посмотрим, что это такое. Подождите, я вам еще не показал. Что тут еще есть? Вот, смотрите. Смотрите, сейчас нажимаю Power. Тут Shutting Down сейчас идет. Вот, смотрите. Мы тут обычно себе сидим. А потом, когда мы нажмем вот сюда, смотрите, вот что дорога будет. Вот такая дорога. А потом у меня уже будут происходить ошибки другие. По каждой секунде. Вы видите? Бесоду. Вы видите? Тогда у меня просто на аватарке был Шрек, а теперь посмотрите сюда. Его здесь нету. Тут просто обычный пользователь. И даже Microsoft Edge теперь не открывается. А если нажать Power, то будет Besod. Смотрите сами. Ну вот, я же говорил. Басод. Так, ну мы уже провели всю эту игру. Давайте начинать с другой. Следующая игра у нас это Windows 7 симулятор. Смотрите, что она умеет делать. О, видите? Смотрите. Видели? Надо только еще вам показать, какая у меня там Windows. Потому что я уже играл в эту игру. Там может и обычная, а может и другая. Это macOS. Да, это macOS. Это macOS. Это macOS. Вот, смотрите. Вот так удобно. Тут мои приложения. А тут у меня Google. Это настоящий macOS. Кстати, смотрите, где я взял. С того, где можно это поменять себе мышку. Вот, смотрите, сейчас у меня мышь от macOS. Смотрите. Вот. Изменить указатели мыши.
Вот, смотрите, меняем. Смотрите, я сейчас нажимаю рука, ок нажимаю. И вот теперь смотрите, у меня другая мышка. Во, видите? Кстати, она еще может заходить в приложение самого вот человека Windows. Подождите, сейчас поменяю ее тут. Я пока что приостановлю видео. Все, давайте начинать дальше. Простите, я это случайно. Вот, смотрите, я не туда нажал, простите сейчас. Отодвинь, господи. Сейчас, подождите. Помогите тут мне закрыть. Помогите закрыть. А, все, закрыл, давайте. Вот, смотрите. Сейчас у меня тут нет никакого Сейчас у меня тут нет никакого то есть не Роблокса. Смотрите, сейчас у меня тут нет никакого. Подождите, сейчас посмотрю, какое приложение. Смотрите, сейчас тут нет никакого Инстаграма. О, смотрите. Вот. Тут нет никакого Инстаграма. Вот, смотрите. А теперь смотрите. Инстаграм нажимаю. Тут у меня переходит. А теперь смотрите. Инстаграм тут есть. Вот здесь Инстаграм. Сейчас загрузится. Оно у меня так всегда. Это Windows. Вот. Сейчас тут черный экран. Вот, смотрите. Подожди. Вот сейчас. Смотрите. Вот. Ой. Интернет Эксплорер. Кстати, смотрите, вот. Завершение работы. И у меня тут просто. Ладно, давайте начинать со следующей игры. Это уже третья игра. Вот, смотрите. Тут даже ничего не работает. Смотрите. Вот это работает. А если тут везде нажимать, и ты пытаешься войти в аккаунт, то у тебя просто это невозможно сделать. Сами сейчас увидите. Только сейчас заберу. Вот, смотрите. Я нажимаю и кликаю тут везде. Пользуюсь в своем
последняя игра, и это Джепа Сим. Тут можно поменять какую любую винду, какую хочешь. Смотрите. Сейчас вот загрузится. Тут процесс у меня. О, во, видите, смотрите. Только тут Windows на MS-DOS не работает. Тут работает только, смотрите, Windows XP. Вот, смотрите. Сейчас. Блин. Бобрый курба. Вот, смотрите, Windows XP. Даже мышка как у Windows XP. А у меня тогда не было звука. Вы сейчас слышали? А если завершить? Кстати, у меня тут все кликается. Смотрите. EML. Короче, email тут не работает. А вот Internet Explorer, он работает. Смотри. Тихо, ты крем от комаров не брал? Нет. Тихо. Нет? Простите, это сейчас я тут с мамой. Меня мама спросила, не брал ли я крем от комаров. Но я его не брал, Давайте продолжать. Так, тут смотрите, еще открывается даже Tor Windows XP. Тут еще работает Turn Off Computer. Сейчас задвинул мне грязюка тут на телефоне. Все отодвинул, давайте. Смотрите, вот. Открылось Next. Тут даже Next. Но Next не работает. А это последняя игра, как я вам уже и сказал. И давайте сейчас я вам покажу Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 и все. Это последнее. Выходим из этой Windows XP. Как и обещал, сначала Windows 10, потом Windows 11, Windows 8.1 и все. А Windows 8 обычная тут недоступна. Смотрите, я нажимаю Start, и тут написано The selected operating system is not available. Please select Enter Operating System. Ок. Давайте другую. Вот, давайте. Смотрите. Только мне придется перевыйти из приложения, чтобы выйти из этой Windows 10. Или не придется, просто я не пробовал. Вот, смотрите, тут Windows 10 загружается сейчас. И это в моем телефоне. Так, подождите. Короче, ребят, я сейчас поужинаю и вернусь.
подписчики этого не вам. Короче, это конец выпуска. Где есть? Мне пора спать. Ой, это ужинать. Пока.